Генеральный спонсор программы – компания «Сантехлига». Партнер программы – компания «Бланка». Ну и кто у нас сегодня? Сегодня у нас в гостях певица Света и шеф-повар ресторана «Бомарше» Вячеслав. Какие мы им продукты дадим? Сегодня набор продуктов у нас достаточно ограничен. Это небольшой кусок говядины, это аджика, это томатная паста, это рис. Есть у нас немного кинзы и специи. Хмели-сунели, черный перец, ну и, конечно же, соль. Посмотрим, на что они способны. Вперед. Здравствуйте, это программа «На любой вкус», и в студии я, Андрей Чумаков, ну, соответственно, и в этой замечательной кухне. И сегодня в гостях на нашей программе знаменитая и, на мой взгляд, просто замечательная певица Света. Добрый день всем, кто смотрит. Добрый день всем, кто смотрит сегодняшнюю программу, конечно же. Света, для тебя готовка – это вообще любимое занятие или же, напротив, это какая-то неизбежность? Все зависит от моего настроения, если честно, потому что у меня настолько занятость творческая, что мне очень редко удается это делать, но когда я это делаю, я стараюсь делать это с удовольствием. Конечно же, для гостей, когда я ожидаю каких-то гостей очень важных для меня. Для себя я не готовлю, честно говоря. Для себя никогда довольствую съемкой, потому что время очень экономно. Ну и сегодня что ты решила приготовить? А сегодня я буду готовить суп харчо, честно скажу, рецепт его от моей няни, которая у меня была няня сына, то есть она и была, она остается, она абхазка, то есть у нее, она свой кавказский рецепт привезла оттуда. Вот от нее и научилась готовить этот суп. В общем-то, надеюсь, что сегодня получится мне также приготовить не хуже. Я тоже просто уверен, что получится у Светы приготовить замечательный суп харчо. Ну и я попытаюсь тебе, Света, чем-то помогать. Да. По мере возможности. Безусловно. Я начинаю прямо сейчас, иду за куском говядины к холодильнику. Сегодня у нас задача будет стоять несколько сложнее. У нас будет один и тот же набор продуктов, как у Светы, так и у повара, у профессионала кулинарного мастерства, у повара из ресторана «Бомарше». Не обязательно готовить одно и то же блюдо. Повар приготовит что-то на свой вкус. И у нас будет третий человек, кстати, который тоже попробует наше замечательное блюдо. Это эксперт. Эксперт в кулинарном деле. И он в завершении программы вынесет свой вердикт. Я, наверное, приступлю. Давай поставим воду. Мы берем мясо в этот момент, начинаем резать мясо. Вот. Мясо мы режем маленькими кусочками, квадратиками, то есть, чтобы оно быстрее сварилось. Вот. Мы режем мелко мясо. В принципе, мясо можно взять, и у нас говядина просто более диетическая, но можно также баранину использовать, свинину, кто как любит. Ну, вот ты любишь баранину? Если честно, я вообще мясо не ем. Но готовить я готовлю. Но мясо я просто не люблю. Не потому, что я не вегетарианец или как-то. То есть я с удовольствием могу иногда поесть рыбу, курицу, но к мясу очень равнодушно. Вот. Мясо мы потом будем обжаривать? Нет, мы мясо будем бросать в кастрюльку, когда закипит вода. Вот, в принципе, мясо мы порезали, оно готово. У нас получилось вот такими мелкими кусочками. Смотрю, вода у нас тоже практически закипела. Замечательно. Я тебя вынужден покинуть ненадолго. Жаль, что у нас, буду скучать.
Я вернусь, обязательно помогу, я ухожу ненадолго. Дело в том, что у нас в соседней кухне шеф-повар ресторана «Бомарше» Вячеслав тоже готовит что-то из этого же набора продуктов, что и Света. И я пойду посмотрю, что же он решил, чем он нас решил. Потом расскажешь. Конечно. Хорошо. Ну а здесь у нас точно такая же кухня, и только в гостях у нас сегодня второй приглашенный. Это Вячеслав Дыкань, это шеф-повар ресторана «Бомарше», человек профессиональный, человек, который знает много блюд, и поэтому мы решили нашей первой гости Свете дать небольшую фору. Она уже начала готовить, а Вячеслав только приступает. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Слав, у тебя будет задача несколько сложнее, ну, на то ты и профессиональный человек в кулинарии, у тебя будет ровно тот же набор продуктов, что и у Светы, и тебе нужно будет из них приготовить какое-то свое блюдо. У тебя уже есть какие-то мысли по этому поводу, что ты собираешься нам сегодня приготовить? Ну, как бы да. Приготовим, наверное, наше такое, как бы, практически исконно русское блюдо. Наверное, сделаем на гарнир, отварим рис и сделаем русский гуляшек. Берем говядинку, я одновременно ставлю сковородочку, чтобы сейчас порезать, она нагрелась, обжарить. Масло какое ты наливаешь? Масло растительно рафинированное. Оливковое масло в этом случае не подойдет? Обязательно, нет, можно, но не обязательно. А вот как ты выбираешь блюдо, на каком масле зажаривать, да, на оливковом или растительном? У каждого из них какой-то свой специфический вкус? Ну, как бы да, есть привкус, я вообще, если честно, привык все делать на растительном масле. Не, оно более такое приятно и по вкусу. Есть, конечно, которые некоторые блюда, так же, как и салаты, которые делаются только заправка исключительно оливковым маслом. Как бы тут уже не поспоришь с технологией. Ну, а вот как ты считаешь, полезнее какое масло? Полезнее? Не знаю. Многие считают, что оливковое, а я считаю, что просто растительное. Растительное рафинированное масло. По крайней мере, вкус блюда от этого не меняется вообще, да, никакого. Я смотрю, ты тоже довольно мелко режешь говядину. Ну, как бы да. Не хотелось бы крупно, и быстрее будет. Кубиком режем. Потом что ты с мясом? Мы его будем зажаривать? Да, мы обжариваем. Нет, мы сразу обжариваем мясо, придадим ему такой колер и пикантный вкус. Мясо солим, перчим. Так. Чтобы придать ему вкус. Как я уже повторился, пикантный. Слав, ну я не буду тебя отвлекать, тем более, что человек профессиональный, знающий толк в кулинарии. Я пойду к нашей гости Свете, тем более, что она просила меня надолго не уходить, потому что я должен ей все-таки помочь приготовить ее блюдо. Какое, я тебе пока не скажу. Правильно, передавайте ей привет. Генеральный спонсор программы – компания «Сантехлига». Партнер программы – компания «Бланка». Thank you.
Ну и что это за суп? Это, кстати, суп-харчо, который нам сегодня приготовила Света. Как тебе? Недоработка. В чем ты считаешь ее недоработка? Что бы добавил ты? Такое впечатление, что Света какие-то диеты соблюдает. Не хватает остроты, ни соли. Надо бы ей, конечно, порекомендовать поесть настоящее харчо в хорошем заведении. Ну а вот, кстати, нам сейчас принесли гуляш и рис. Это то блюдо, которое нам приготовил шеф-повар ресторана «Бомарше» Вячеслав. Попробуй, как на твой взгляд это блюдо. Ну это уже поинтереснее. Отлично подобрана вкусовая палитра, а также специи. С точки зрения кулинарии, я дал бы предпочтение шеф-повару. Ну, на то у нас Вячеслав и профессионал поварского дела, но наша гостья Света тоже профессионал только в своей части. За это ее и любят ее поклонники. И Света нам сегодня споет одну из своих самых известных песен. Как? Поет она действительно лучше, чем готовит. Генеральный спонсор программы — компания «Сантехлига». Компания «Бланка» — профессиональное оборудование для вашей кухни.